В Жамбылской области усилили контроль на санитарных постах. Они действуют в 4 районах области. Медики и сотрудники полиции работают круглосуточно и в этот непростой период максимально поддерживают друг друга. Санитарные посты установлены в Сарысуском, Кордайском, Жуалинском и Мойнкумском районах. Специалисты проверяют температуру у всех въезжающих и проводят специальное анкетирование. Такие меры необходимы для установления их местонахождения в ближайшие 14 дней. Вместе с полицейскими круглые сутки дежурят и санитарные врачи. Их решили поддержать представители правоохранительных органов. Они поблагодарили медиков и поздравили их с Наурыз-мейрамы. Наши сотрудники вместе с медицинскими сотрудниками обеспечивают общественную безопасность, охрану общественного порядка здесь, проверку людей, которые пересекают границу нашей области. Также, учитывая, что сегодня Наурыз-мейрамы, мы приехали поздравить от имени министра внутренних дел и от Акима области личный состав сотрудников медицинской службы, которые осуществляют большую, огромную работу на этих блокпостах. Стражи порядка привезли врачам фрукты и угостили их шубатом и айраном. Это такое внимание, стимулирует. Ведь нелегко круглые сутки здесь дежурить. Хотим выразить благодарность. Спасибо огромное. На 4 постах несут службу 27 полицейских. По их сведениям, только за последние 2 дня в регион въехали около 5000 машин, а это 15 тысяч пассажиров. Все они прошли проверку. На данный момент в Жамбылской области не зарегистрировано ни одного факта заражения коронавирусной инфекцией. Лужан Сайдильдина, Руслан Бахытбекулы, Бахытжан Бапаев. Жамбылская область, Хабар 24.